Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Galaxy Watch 7. И сейчас я покажу вам, как поменять время автовыключения экрана. Итак, открываем настройки. Далее проходим в раздел «Экран». И выбираем тайм-аут экрана. И здесь мы можем выбрать от 15 секунд до минуты. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.